Так, друзья, заехал в магазин, хочу колбасы собакам купить. На улице собака бегает, потому что у меня под видеороликом был розыгрыш такой, кто чей комментарий больше наберет лайков, короче, это самое, тот выигрывает приз 200 рублей. Выиграл Ливерпуль. А Ливерпуль сказал, чтобы я купил бы собакам, ну, что-нибудь купил бы собакам, в общем. Сейчас на улице смотрю собаки, две штуки, и вот сейчас я куплю им конкретно за 200 рублей что-нибудь, какой-нибудь колбасы. Ну вот возьму за 209 под акции, колбаса же продаются, скорее всего. На что они едят, я больше не знаю, что купить. Корм, они на корм не приученные собаки. Сейчас что-нибудь куплю, в общем, и покажу. Вот, ребят, сардельку. Да-да-да. А, спасибо большое. Это сколько стоит пачка сардельки? 249 рублей. Вот, 249 рублей, в общем, сардельки стоят. Все, поехали. Я надеюсь, сейчас они на улице бегают еще. Вот, пожалуйста, такой смотрит. На, сардельку, иди сюда, держи, не стесняйся. Вот, молодец. Ливерпуль, спасибо. Вот, держи. Ай, молодец. И убежал, ня. Они, смотри, короче, раз, взяли и убежали. Вот взяли и убежали, все, они, короче, больше не хотят, убежали по-быстренькому. В общем, дозу получили и сразу бегом. Вот, кушают. А что, друзья, больше собак здесь пока я не вижу. Ну вот они так прекрасно кушают, в общем. Ну сейчас они съедят, я еще подъеду. А, тот съел уже, молодец, красавчик. Ня, еще. Ня, иди сюда, ня, держи. Сейчас идет, бежит. Вот. Не кусит. Вот, молодец. Красавчик, может, когда хочет. Вот еще красавчик. Молодец, держи. Заработал ты сегодня, подождем, бегал все же. Все, друзья, в общем, вот так красивенько получается. Я думаю, что они покушали. Я сам сегодня, честно сказать, голодный целый день, пока ничего не ел. Еду в автосервис, чтобы крылья забрать на инвалидную коляску. Потому что боковинки, видите, нету боковинок. Сейчас видеоролик еще выйдет. Ну, как быстро съел, вообще капец. Все, давай, друзья, короче, я уезжаю. До свидания, в общем, в следующий раз встретимся, будьте здесь. Все, друзья, вот такой небольшой, маленький, небольшой видеоролик получился. Всем удачи, всем хорошего настроения.